Доброе утро. Начинаем утреннюю гимнастику. Встали прямо. Потянулись. Правая рука над головой, наклон. Левая рука над головой, наклон. Встаньте на пол. 3, 4. Приседаем. 1 и 2. 1 и 2. 8, 9. Хорошо. Продолжаем. Энергичнее, господа. Мама. Возьмите штангу и смажьте тальком. 1, 2. Вправо, влево. Вправо, влево. Вверх, вниз. Хорошо. Еще раз. Еще раз. Хорошо. Делаем круговые движения. Повторили. Закройте рот. Откройте глаза. Не останавливаться. Очень хорошо. Заканчиваю упражнение легким массажем. Следующее упражнение. Подняли руку на уровень груди. Опустили. Другую руку. Опустили. Побежали. Разве можно лаять в подъезде? Да еще и на дядю Сашу. Ну что ты, Кноп, ты должна быть вежливой собакой. И не обижать дядю Сашу. Он ведь такой хороший, только собак боится. Не останавливаться, продолжаем бег. Подожди. Подключаем бедра и локти. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Хорошо. Потянулись, тянемся, тянемся. Ускоряем бег. Выше колени. Тянем носочек. Меня прищемило. Хорошо. Хорошо бежим. Остановились. Разводим руками. Немедленно выходи отсюда! Так я же даже не вошел! Ты и не войдешь, понял? Очкарик вы видели, а? Он ноги перед троллейбусом задирает! Вот он, ехай давай! Приготовились к обелечиванию! Ха! Он ноги мне задирает! Балерун, большой театр наш! Хорошо! Переходим к водным процедурам. Сынули, я понимаю, но самолетом никак нельзя. Это просто опасно. Вывозить нужно только машиной. А кто дачу будет сторожить? Кто? Вот как вы не вовремя поссорились, ну как не вовремя? О! А у меня мысль. Я пришлю к тебе человека, который будет охранять дачи. Помнишь ботаника? Сашенька, ну что же вы так? Ну, тот, который отыскал цветок и указал, где нам рыть. Да нет, сынок, ты не понимаешь. Это же наша страховка. Ну, чуть что, мы на этого ботаника все и скинем. Ой, Александр Максимович, ну, Тимофей Иванович уже 2 раза спрашивал. Иду, Анна Карловна. Да, конечно.
А, это уже сделали, да. Даже красками пахнет. Да. Что случилось? Что-что, ничего не случилось, лето на дворе. Да что ты всякую чушь несешь? Тьфу-тьфу! Кому-то отпуск, а кто-то тут вкалывает, как папа Карло. Ну так я с этим ботаником тебе и передам. Хорошо? Разрешите, Тимофей Иванович? Давай, давай. Ну все, тут ко мне пришли, так что все, до связи. Будь умницей, сыночек. Я, Тимофей Иванович, на 3 минуты только опоздал. Тут ты плохо выглядишь. Да, это меня в троллейбусе. Да я не об этом, я вообще. Кстати, ты... Как можно посмотреть? Ну смотри. Когда последний раз на море отдыхал? Да с родителями в детстве. Да. Я вот смотрю, как ты работаешь, молодец. А подумал, надо же дать человеку отдохнуть. Я это говорю к тому, что шотландцы присвоили мне почетное звание доктора Эдинбургского университета. Поздравляю вас. Не надо. Рано. Надо сейчас ездить на вручение. А дел вот так. Тебе говорю о здоровье, а самому отдыхать некогда. А у меня же дача, прямо на берегу, у самого синего моря. Галечка, песочек. Посмотри. Красиво. Красиво – не то слово. C'est magnifique. Вот здесь, на балкончике, очень хорошо по утрам чай с вареницем пить. Тишина! Только одни чайки курлычат, а сукины птицы, да? Без конца. Чего делают? Жуткие птицы. Противные. Значит так, послезавтра я лечу в Шотландию, потом на конференцию во Францию. Там на даче у меня сейчас сын живет. Да. Ему тоже нужно ехать, так обстоятельства сложились. У него, правда, сейчас семейные проблемы, но у кого их нет? Что у тебя там? Что у тебя там, спрашиваю? Застряла. Думать надо. Ботаник. О! У меня к тебе... В этом смысле у меня к тебе еще и... Деловое предложение. Я даю тебе отпуск, ты едешь ко мне на дачу. Живешь, работаешь. Бесплатно. Заодно охраняешь дачу. Тоже бесплатно. До тех пор, пока не явится туда сын, Валентин. Через неделю получишь отпускные. У тебя же карточка-то? Карточка. Согласен? Но у меня работа по раскопкам. Ой, погоди. Потом. Я тебя умоляю. Главное, чтобы был на даче порядок. Ага. Никаких девчонок и никакой водки. Да вы что? Да я знаю, ты у нас не пьешь, не куришь, но тоже ведь в тихом болоте черти водятся. Значит так, тут другая история. Ехать-то надо сегодня. Сегодня? Можно сказать, прямо сейчас. У тебя деньги на билет есть? Не ищу, нету. Потом сочтемся. Приобретешь билет сразу ко мне. Да. Я через тебя сыну кое-какие вещи передам. Ну, труба зовет, вперед. Привет сыну. Спасибо. До свидания. Анна Карловна, что вам привезти с моря? Ко мне привези. Каких? Морских. Много? Чемодана 2. Зачем вам столько? А чтоб ты надорвался. Всего хорошего, Анна Карловна. И тебе того же. Да, да что ж ты?
мужик! А! Тебе очки нужны! Мне не нужны! Спасибо! Извините, а это... Это мои очки! Мужчина! Здрасте. Здрасте. Померить можно? Ничего не подходит. Удивительно. Ничего не подходит. Ой. Понаехали тут. Ну, конечно, отпуск. Всего хорошего. Привет. Привет. Что делаешь? Кстати, вот это должно лежать вот здесь. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Где голубой сидит синий. Вместо одного зеленого должен быть один желтый. Не желает знать, а желает знать. Я знаю, но у меня желтых носков нету. И вообще, на планете принца совсем не такая считалочка. Какая? Кошка осенью ждала золотого голубя. Сивка, фаз. Классная считалка. Сивка – это собака. Нет, это корова такая. Почему корова? Фас только собакам кричат. Ну, вообще-то, на его планете только коровам кричат. Правда, принц? Какой я принц? А не тебе говорю, а принц. Тебя как зовут? Алиса. Меня Саша. Очень приятно. Хочешь, я найду тебе куриного бока? А что такое куриный бок? Куриный бок – это специальные камушки с дырочкой. Туда можно продеть нитку и носить на груди. Куриный бок приносит счастье. Хочу! Алиса, пошли! Алис, пошли! Сейчас, мамочка, мне сейчас камень подарят. Волшебный. Нет, нам некуда, давай. Алиса! Сейчас! Нашел! Сивка фас. У меня что, где-то написано, что бесплатное такси? Да что ты кипятишься, отработаешь. И как ты отработаешь? Сыграем? День рождения, это у тебя когда? Был уже. Ну, зови, если что. Алис, сиди здесь, никуда не уходи. Я узнаю, может, этот дядя отвезет нас на вокзал. Хорошо? А классно ты с маршруткой придумал. Здрасте. Вы на вокзал идете? День рождения у меня сегодня. Принц, милый, ну ты же все можешь. Тогда сделай так, чтобы мы остались. Здрасте. Здравствуйте. Молодые люди. Вы на вокзал возите? Возим. А сколько берете? А сколько не жалко? Я просто на такси туда не ездила. А сколько это стоит? А сколько у тебя есть-то? Вот, хватит. О, да с этими деньгами он к Петровичу иди. Он у нас благотворительностью занимается. А где Петрович? Вон, в табакерке дрыхнет. Я прошу прощения. Мне просто посоветовали к вам обратиться. Нам сегодня надо уехать. Обязательно. На вокзал. У нас поезд вечером. Ну? Вы за сколько возите? 500. Вот дело в том, что у меня есть только... Вот. Честно-честно. Солнце мое, за такие деньги я тебя даже посидеть в свою машину не пущу. Спасибо.
Мам, ну что? Нет, дочь, мы никуда не едем. Пока сидим здесь. Ура, принц, получилось. Мы никуда не едем. Мои машины не понравились. Хозяева! Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Прошу прощения. Черт тебя возьми. Ты кто такой? Я Тимофей Иванович. Саша. А вы Валентин Тимофеевич. Правильно. Ты как сюда вошел, Саша? Там дверь открыта. Вон оно как. Ну-ну. Тимофей Иванович просил вам передать. Сейчас. А можно я посмотрю? Да смотри, ради бога. Угу. Ну что, копайся, давай, давай! Я склею. Потом склеишь, некогда сейчас. Давай сюда, что принес. Вот. Вот. Так, потом. Значит, то, что охранять этот дом будешь, ты уж понял. Да. Так, зверя кормить тебе потом Наташа расскажет. Какого зверя? Спать будешь в верхней комнате. В самой верхней комнате. И не лазь по дому, я тебя прошу. Нечего тебе. Не трогай ничего руками. Ничего, Саша. Здесь... Все подлинники, не дай тебе Бог что-нибудь сломать или испортить. Да, баб не води, собутыльников что-то не было, понял? Я же ученый. Над чем работаешь, ученый? Цветок Артакси ищу. Не ищи. Я на этой сказке вырос, скажу тебе, как ученый-ученый. А может, это красивая сказка? Может, это фантазия? Как думаете, Александр? Ну, так что, Сань, клей слоников и не заморачивайся. Ты тоже слышал? Нет, странно. Угу. Тебе не кажется это странным, Саша? Я слышал, да нет, кто из нас охранник? Я. Тогда вперед. Взял себя в руки и пошел. Да, это тебе в обиду не даст. Никто найти не может. А я нашел. Жаль, тебя показать никому нельзя. Но это до поры до времени. Показать нельзя. А продать можно. 5 миллионов долларов. Мама родная, все, пакуемся. Значит, это не мой. А вот это мой. Ключики. И тебя, красавица моя. Красавица моя. Экс. Кабинетик я закрою. Хочешь спрятать надежно, спрячь на самом видном месте. Опа. Там никого нет. Фу ты. Долго ходишь, Санек? Ну. Вот ключики. Это от верхнего замка, это от нижнего. Да. Держи. На ночь все запирать. Конечно. А где твой рюкзачок, Саня? Ключи верчу, запутать хочу. Ай! Не угадал, Саня, это мой. Так, а теперь за мной.
Ну, ботаник, давай, смотри мне, оправдай доверие. Ты силен, Филипп, но я сильнее тебя. Четвертый век. Неплохая копия. Делаете? Милиция! Зачем милиция? Я охранник. Меня наняли охранять этот дом. Не больно-то вы похожи на охранника. Фамилия? Котеночкин. Котеночкин. Паспорт! Я не могу. Почему? Здесь где-то собака. А еще мышкотер. Эй, Баксик! Сидеть! Вот зараза! Ну что, Баксик, теперь тебя котеночкин кормить будет? Я его? Нет, он вас! Да вы не бойтесь! Баксик добрый, но только пошкодничать иногда любит. А что, неправда? Кто вчера набедокурил? А, ты! А кто вчера землю в вазонах разрыл? Ты! Ну вот! Он что, с вами разговаривает? Кто? Баксик. А вы часом не наркоман? Я же вижу, вы с ним разговариваете. Я? Не, ну кому сказать, засмеют. Что, глаза заведющие? Небось, опять жрать хочешь? И ест, и ест, и ест, и ест. Ну прям прорва какая-то. Он у нас в доме спит, как барин. Это хозяева так велели. И корма на тебя, троглодита, не напасешься. На вот, жри. Ну что смотришь? Ешь давай. Ну, а спасибо где? Ой, и впрямь разговариваю. Пошла я. Ну, пока, Баксик. Теперь тебя котеночкин кормить будут. А ты котеночкин не бойся. Баксик у нас дом. Только иногда пошли. Да. Thank you.
Всем стоять, вы окружены! Всем лежать. Ты кто? Ангел? Ты что, забыл? Я Алиса. А это кто? Ну это же заколдованный принц волшебной планеты. Мам, ну зачем ты его так сильно стукнул? Видишь, он все забыл. А почему он так похож на тебя? Потому что мы с ним звездный брат и сестра. Что вы здесь делаете? Принц должен вырастить волшебный цветок. Тогда чары слова колдуна перестанут действовать, и принц опять станет принцем и сможет вернуться на свою планету. Понятно? Ага. Понятно. Собака! Баксик, взять их! Хороший Боксик, хороший. Предатели. Кто вы такие? Что здесь делаете? А вы кто такой? Я охранник. Значит, он нанял охранника. Что? Ничего. А чья это дача? Тимофея Ивановича. Вы что здесь делаете? А? Ну, просто мы оказались здесь. Просто нам негде было переночевать. И вы залезли в чужой дом, в чужой холодильник, вот чужую еду съели. Между прочим, хлеб и колбаса наш, а никакие не чужие. Мы подумали, что это вы грабитель. Так что ж, получается, это мы грабители? Извините, пожалуйста, Алис, подожди, пожалуйста, можно мы переночуем здесь? Ну, мы завтра утром уедем. Вообще-то, хозяин не разрешил. Вы же не выгоните на улицу ребенка. Ребенка? Дяденька, не выгоняй нас, пожалуйста. Мне не жалко. Ура! Никогда в жизни больше не будем тебя бить! Баксик, пошли. Куда это она? Не знаю. Да, комнату, наверное, побежала искать. Можно я тоже пойду, а? Я очень устала. Конечно. Спасибо. Во-первых, я не стражник, а охранник, девочка. Доброе утро. А душ занят, там мама. Долго спишь, стражник, мы уже позавтракали. А посуду кто будет мыть? Не знаю. Хватит. Я, конечно, понимаю, что это не мое дело, но такими темпами вы опоздаете на остановку и опоздаете на маршрутку. А ближайшая остановка в 3 километрах отсюда ходьбы. А если вы на это все опоздаете, то вы опоздаете на поезд. А если опоздаете на поезд, то вообще никуда не уедете. И вам негде будет переночевать, это я вас уверяю точно.
Доброе утро. Доброе утро. Что? Меня зовут Александр Максимович. А меня Вера Сергеевна. Можно просто Саша. Можно просто Вера. Очень приятно. Мне тоже. Когда злой колдун прилетел на твою планету и заколдовал тебя, так все-все на твоей планете остановилось. Каждый не мог пошевелиться. Все замерли на том месте, где застал их злой колдун. Даже часики на твоей планете остановились. Вот видишь, что части тоже стоят. Это значит, что время на твоей планете тоже стоит. О, принц, я придумала. Давай попробуем завести часики. Тогда, может, пересколдуешься. О, принц, мы с тобой сделали огромное открытие. Вот ключик от времени на твоей планете. Чур, я буду хранить время. Ветер поднялся. Погода дрянь. Алиса куда-то убежала. У нас такая глупость приключилась. О, давайте я вам помогу. Нет, ну я же на работе. Какая глупость-то? Да, долго расскажу. Ну, одним словом, денег у нас нет. Ну, чтобы уехать. У меня тоже, если честно, денег нет. Деньги кур не клюют. Не клюют, потому что их нет. А знаете что? Оставайтесь, поживите здесь. А потом что-нибудь обязательно придумаю. Да нет, Саш, спасибо, конечно, это невозможно. Почему невозможно? Я скоро получу зарплату, дам вам деньги на билет. Нет, Саш, у вас будут проблемы с хозяином. Вообще никаких проблем, он уехал на неделю. Неделю, говорите? Вы очень хороший, Саша. Спасибо. Правда, продуктов у нас нет. И зарплата у меня только через неделю. Мама, ты что, не знаешь, где деньги? Так возьми в тумбочке. Али, что такое говоришь? Какая тумбочка? Хорошо, я попрошу Баксика, и он мне даст. Алиса! Баксик, миленький, принеси мне эту кругленькую монетку блестящую, которую ты мне когда-то показывал. Алис, у вас такая фантазерка? Что? А, это да. Еще какая? Спасибо, Баксик. Вот. Ничего себе. Это... Алис, ты где ее взяла? Мне дал это Баксик. Это скифская монета. Алиса, пошли, покажи, где ты ее нашла. Баксик тебе ни за что не покажет. Видите, на этой монете изображен всадник с луком. Ну и что? А то, что такие монеты чеканили при скифском царе Атее. Ну, он всю жизнь воевал с Филиппом II. Это отец Александра Македонского. Это примерно 4-5 век до н.э. И такие монеты на дороге не валяются. Интересно, где она ее взяла? Вы вот в этом во всем разбираетесь, да, тоже? Ну, конечно, это моя профессия. Эта монета медная. Но любой коллекционер отдал бы за нее немалые деньги. И что, нам хватит денег, чтобы уехать? Мама, мы с принцем не хотим отсюда уезжать. Алиса, мы не можем находиться в этом доме. Ну, долго. Мы подведем Сашу. Слушайте, а давайте сдадим ее в ломбард, да? А что? Ну, как только вы получите зарплату, мы ее выкупим. Знаете, угу. Я боюсь, что моей зарплаты на это не хватит. Так вам Валентин еще заплатит. Какой? Какой? Ну, хозяин дачи. Он же вам должен заплатить за то, что вы охраняли ее. Разве я говорил, как его зовут? Да, конечно, говорили. У него еще такое отчество, как будто из прошлого века.
Епифанович, Парамонович, Пантимон... Тимофеевич! Алиса! Во! Точно! Тимофеевич! А? Ну, а потом мы приедем домой и вам передадим денег. Он мне за все заплатит. Кто? Да муж мой. Ну, хорошо. Хотя вот это вот нехорошо. Угу. И вообще нам нужно что-то есть. Угу. Ладно, я пойду в поселок и найду там ломбард. Угу. Саша, купите нам с принцем мороженое и седьмой лепесток. Седьмой лепесток – это носки. Не носки, а лепесток. А то мой потерялся, а без него волшебный цветок не вырастает. Хорошо. Желтый. Саша, купите еще в кулинарии что-нибудь. А, значит, готовить вы тоже не умеете? Понятно. Я не умею готовить. Да я просто возиться не хочу. Доченька, нам сейчас не до танцев. Я думаю, там есть деньги. И они нам очень нужны, чтобы уехать отсюда как можно быстрее. Ну, Саша мне сейчас принесет деньги. Саша? Я не знаю, что там принесет Саша, но нам явно этого не хватит. Нет, спасибо. Не хочешь? Как хочешь. Мам, ну зачем нам отсюда уезжать? Затем, что мы не можем больше здесь оставаться. Это чужой дом, мы здесь совершенно никому не нужны. Поэтому нам нужно быстрее открыть дверь и забрать свои денежки. Мама, мы с принцем не хотим отсюда уезжать. Если принц уедет, он не сможет вырастить волшебный цветок, когда принц останется пчелкой и не станет королем. Мам, ну ты не волнуйся. У нас есть ключик от времени на планете принца. И когда мы с ним заведем часики, тогда принц расколдуется и станет королем. Вы имеете мне что-то предложить? Да. У меня есть монета. Очень ценная монета. Мне нужны деньги, но я ее выкуплю обязательно. Показывайте ваше предложение. Вот. Где вы это взялись? Наследство. Бабушка мне оставила в наследство. Между прочим, я вот ей очень дорожу. Вы знаете, во сколько вам может обойтись эта монета? Да, я знаю. Потому что я сам историк. Я вам, как историк историку, говорю 5 лет с конфискацией, да-с. Но вы мне очень нравитесь, молодой человек, и поэтому я вам могу предложить 400. Да она стоит в 100 раз дороже! Молодой человек, это не золото, это медь, из которой делают тазики. Я вам могу предложить за нее 410. И пусть вас не осраивают мои убытки. Я не согласен. Вы же не хотите, чтобы я телефонировал в наши доблестные внутренние органы и рассказывал за одного молодого человека, который... Подождите, зачем сразу в органы? Или это я занимаюсь нелегальными раскопками? Вы хотите сказать, что я занимаюсь? Ну что, будем оформлять? Или вы возьмете свои деньги
и мы расстанемся с вами, как в море моряки. Оформлять. Все непременнейшие. Фамилия, имя? Котеночкин. Александр Максимович. Морская, дом 8. 7. Там вход со двора слева. Хорошо, хорошо. Ну что ж, если когда-нибудь вы обнаружите какое-нибудь наследство, всегда рады. Мужик, лампочка не нужна, целая еще? Нет. Ну, как хочешь. Семёныч, как соотечественник соотечественнику, а? Семёныч, ну ты же русский человек. Ё-моё, Семёныч, ну хоть лампочку возьми, она целая. Понял, зайду после обеда. Алло, Валентин Тимофеевич, не быть мне богатым, да, это я. Тут один молодой человек прелюбопытнейшую монетку принес, как раз из вашей коллекции. Мне ли не знать? А у вас есть желтые носки? Есть красные, фиолетовые, синие, зеленые, белые, черные. Желтых нет. А мне вот именно желтые нужны. Понаехали тут. Мамочка, а ты что, собираешься чистить картошку? Алис, ты тебя откуда? Мам, ну я же тебе говорю, это ключик наш с принцем. Дай мамочке посмотреть ключик. Нельзя, мама, принц обидится. Ну я же ничего не буду делать, я просто посмотрю и все. Алиска, пожалуйста. Алис, дай сюда ключ. Алиса! Алис, ну-ка, кстати, кому говорю? Дай сюда! Что, что, что происходит? Вера, это же ваша дочь. Саша, о чем вы подумали? Я картошку хочу почистить. Картошку? Я же не покупал картошки, вы же не просили. Она хотела забрать у меня ключ, а мне его дал принц. Какой ключ? Вот этот. А зачем он маме? Она хотела открыть дверь в кабинет. Зачем? Мама сказала, что нам нужны деньги, чтобы поскорее отсюда уехать. А я не хочу уезжать. Деньги? Так я же заложил монету у меня. Вот. Да, правда, немного денег. Саш, ты не расстраивайся. Я попрошу Баксика, и он нам даст еще эти железячки. Вот, Алис, давай ты больше не будешь просить Баксика, хорошо? Тогда не обижайся на маму и прости ее. Она больше не будет. Мы уже не хотим никуда уезжать. Не выгонялись, ты же хороший. Я не собирался вас выгонять, я вот мороженое купил. Вот. Алиса, ешь по чуть-чуть, у тебя горло будет болеть. Угу. Где сосиски? Я же, по-моему, покупал сосиски. Украли. Почему все воры лезут именно ко мне? У меня такой же есть. Ну, покажи. Это не просто драгоценный камень. Вот это вот волшебный камень. Ух ты, а как им колдовать? Очень просто. Нужно посмотреть сквозь дырочку на солнце и загадать желание. И что, оно обязательно сбудется? Оно сбудется обязательно. Только нужно очень сильно загадать. Держи. А я в детстве тоже все загадывала. Ну, что вы загадывали? Да, наверное, как все девчонки. Принц на белом коне. Любви сумасшедшей, ну и дворец с фонтаном. Сбылось? Принц есть, только ее принц. Господи, что же делать-то? Куда ехать? К маме на дачу, квартиру снимать. Ну а муж? Что муж? Ну неужели вам муж не поможет? Не поможет. Вы знаете, мы когда с ним познакомились, он вроде нормальным человеком был. Через полгода поженились, как начали встречаться.
А тут оказалось, что мы друг друга совершенно не знаем. Его родители нам квартиру подарили, но там ремонт нужен был серьезный. Мы затеяли. Он все экономил. Обои за до сантиметра рассчитывал. Не дай бог, где-нибудь краска разольется, все, скандал. А сам все чаще начал уезжать и говорил, командировки. У меня уже живот такой был. Я с этими рабочими, с этим ремонтом, ну, нервничал много. Вот Алиса родилась 7-месячно. Ну, слава богу, все обошлось. Ну, это я так думала. А он иначе решил. Он же высчитывал. Любил он это дело считать. Ну вот и высчитал. 2 месяца не хватает, значит, все. Алиса не его дочка. И началось. К Алисе стал относиться хуже, чем к падчерице. Даже руку пытался на нее поднять. Вы знаете, просто когда солнце заходит за горизонт, появляется маленький зеленый лучик. Если человек увидит этот зеленый лучик, то у него всю жизнь изменится. Смотрите. Сейчас солнце заходит за горизонт. Так давайте загадывать. Ну вот только чтобы наверняка, давайте вот через куриного бога. Ага. Давайте. Ради бога, я вас умоляю, здесь у меня вода в душе закончилась, и я намылился, и все. Доброе утро. Вера, извините, но
Но вы совсем не то подумали. Откуда вы знаете, что я подумаю? Потому что вы подумали, что как будто бы я к вам приставал. Руки. Что руки? Руки уберите. Вы правда все поняли превратно. У меня сначала закончилась вода, потом закрылась дверь в душе, и поэтому я полез через окно. Как-то это не очень правдоподобно звучит. Уверяю вас, все именно так и было. Потому что там, ну, понимаете, вы меня не интересуете вот в этом плане. В каком плане? Вы меня не интересуете как женщина, а как человек очень интересуете. Идиот. Все-таки глупенький ты еще, Саша. Извините меня, пожалуйста. Я действительно ляпнул что-то не то. Вы меня очень интересуете. Вы интересуете меня не просто как человек, а как... В общем, это вам. Что это такое? Ну, это кактус. Понимаете, просто, когда он распустится, он будет очень красив. Кактус? Кактус. Вот это да. Кактус. Мне еще никто никогда не дарил кактус. Ну вот. Вы знаете, а я могу бросить камень вон за ту скалу. Я серьезно, я тренировался, пробовал. Смотрите, нужно выбрать хороший камень. Слышишь, Олеся? Нужно просто выбрать камень. Олеся. Вот такой? Вот такой, да. И вон туда. Раз, два, три. Вау! А лучше всего. Разбега. Саша, смотри. Давай. Ты дальше. Ракушка нашла. Молодцы. Ой. Саша, а вы так и не рассказали о своей мечте. Я же археолог, и у каждого археолога есть мечта сделать открытие настоящее, как Шлиман найти свою Трою. У вас есть своя Троя? Ну, конечно же. Помните ту монетку? Я вам рассказывал про скифского царя Атея, 4 век до нашей эры. Он был сказочно богат. Вот это вот все принадлежало ему. Но никакого личного счастья. Прям как у меня. Ну да. А при дворце был один мудрец, который сказал ему, что пока он не встретит достойную девушку, счастья не будет. И на одном из праздников Атей увидел красавицу Артаксию. И приказал своим мастерам сделать для нее сказочное украшение. Это ожерелье в виде цветка, похожего на солнце. Красиво. В древности был обычай. Мужчина, когда хотел сделать предложение девушке, должен был подарить ей украшение. Если девушка принимала, то, соответственно, соглашалась. И она согласилась. А Тей был на 7-м небе от счастья. Артаксия родила ему ребенка. В царство наступил мир и благополучие. Красивая сказка. Это не сказка. Это легенда. Понимаете, это не просто цветок. Это как амулет, приносящий людям мир и благополучие. Так вы мечтаете найти этот цветок? Ну да, конечно. Вот он зарыт где-то здесь. Где здесь? Где здесь? Ну, не знаю, вот где-то здесь, в захоронении.
Хотя, наверное, раскопали. Кто? Да жулик. Черные археологи. И что тогда? Не знаю. Все уходит за границу. В лучшем случае частные коллекции, в худшем переправляют в слитки золото и серебро. Мне кажется, вы обязательно найдете свой цветок. Мне кажется, что я уже нашел. Алло, пап! Ты кого прислал? Звонил Абрам Наумыч. Говорит, что приходил этот твой ботаник. Приносил монету из последней партии. Как что я волнуюсь? А вдруг он до цветка нашего доберется? Конечно! Ну, в общем-то, пап, ты там не переживай. Я думаю, все нормально будет. У тебя через 2 дня буду. На таможне все в порядке. С клиентом я тоже нормально добэкался. Ага. Сейчас, пап, тут какой-то козел мне. Я тебя, урод, объясню. Ага. Конец. Папа. Через 2 дня. Через 2. Ровно через... Ну, зараза такая! Ботаник хренов, ты держи. Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки. 1, 2, 3, Белоснежкой будешь ты! Мам, а можно Саша сегодня будет моим папой? Ну, просто ложит меня спать, как папа. Злой колдун прилетел на планету, заколдовал в первую очередь принца, он заколдовал и всех остальных. Каждый не мог пошевелиться, все замерли на том месте, где застал их злой колдун. Вот даже часики на планете принца остановились. Но у нас с принцем есть ключик от времени на планете принца. И когда мы с ним заведем часики, то принц расколдуется. Алиса, можно этот ключик получить у меня? Ну, на всякий случай. А вдруг кто-нибудь еще захочет открыть дверцу и завести часики? А так я его буду охранять. Ну хорошо, но если принц разрешит. Угу. Принц разрешил. Так будет даже лучше. Только пообещай, что никогда не будешь обижать маму. Обещаю. Саш, ну ты не думай. Мама хорошая. Просто я немного с папой не повезло. Понятно. Давай. Спокойной ночи. Саш, а ты знаешь, ты хороший папа. Алиса, это бабушкин любимый халат. Ты сама еще это будешь рассказывать, понятно? Опа! Кто это все разукрасил? Угадайте. Баксик? Ну, хоть по какому поводу? Спросите у дизайнера. И ты не знаешь. А сегодня, между прочим, день рождения принца. А какое число-то? 21-е, а что? Странно. Что странно-то? Вы будете смеяться. Я совершенно забыл. Сегодня мой день рождения. Да вы что? Правда. Так это ж здорово. Добрый день, хозяева! Добрый! Праздники! День рождения обслуживаем, не желаете? Желаем, желаем. У нас как раз день рождения. Нет, спасибо, у нас денег нет. Денег нет. Нам не переночевать, а покушать. Мы такой праздник устроим. Я не знаю. Слушайте, может, действительно? Как говорится, день рождения только раз в году.
здесь плохо слышно, да. Ты что вытворяешь, сволочь? Что? Простите, а с кем я говорю? С кенгуру! Говорю! Ты что творишь, гад? Валентин Тимофеевич! Ты зачем на даче поставлен, а? Охранять? Нет, здравствуйте. Что за шалман на дачу устроил? Что за цыган ты в дом мне навел? Ты зачем там торчишь? Значит так, завтра я приезжаю. Собираешь свои манатки, будем разбираться. Ты понял? Я не понимаю. Завтра поймешь. Или что, пропала, гадюка? Ответишь по полной, ясно? Алло! Мэри! Мэри! Да не... Я здесь не Мэри буду искать, ё-моё! Трава вокруг! Ну, трава вот... Я не знаю, как по-английски трава! Как что-то ёло? Да ну, Айла, ты чё? Как мы плясали? Вы? Здорово. Что-то случилось? Да нет, просто... Ничего не случилось. Просто я хотел вам сказать, Вера, вы... Знаете, я хочу спеть песню. Можно гитару? Вы все такие классные, и... Я хочу вам спеть очень необычную песню. Она такая же необычная, как сегодняшний вечер. Я Луне говорил, что тебе подари свое сердце однажды в ночи. Отвечала Луна, что влюбленность слепа, лучше ты обо всем помолчи. Ах, Луна, ты влюбленных звезда, ах, Луна, не шути надо мной. Ты смеешься, Луна, и от счастья полна тем, что даришь свой свет неземной. Говорил я с Луной, что вернуть мне покой можешь ты, только ты, только ты. Отвечала Луна, чтоб любовь отыскать, нужно мне океан переплыть. Я Луне отвечал, что начало, в этом мире любовь, лишь любовь. Усмехнулась Луна, может, я не права, что ж, попробуй найди ее вновь. Ах, Луна, ах, Луна. Что даришь свой свет неземной. Что случилось? Нет. Ну, Саш, ну что вы меня обманываете? Я же вижу, что-то случилось. Просто отпуск закончился. А-а-а. Я так ничего и не успел. Ой, вот это неправда. Вы очень много успели. Вы видели, как на вас смотрит Алиса?
Вера. Что? Спасибо вам. Знаете, за что? Я за весь день сегодня ничего не разбил и ничего не пролил. И вы думаете, это благодаря мне? И вам спасибо. А мне за что? Русский язык вообще! Давай, слышь, нормальное животное! Я тебе что говорю? Давай, давай! Что ты, барахлочная? Давай, вот ты, кучерявый, давай, черный! Влево давай! А ты нам... Ах, луна, ах, луна! Ты влюбленных звезда! Ты влюбленных звезда! Нужно мне океан переплыть! Браво! Это что такое? Ну, решил пол помыть перед приездом хозяина. Так он сегодня приезжает? Да. Сегодня последний день. Черт бы подрал твоего хозяина. Чтобы у него бензин кончился, чтобы его овцы затоптали. Ну что ты смотришь, баран, забери своих овец. Если б не он, я бы никогда не встретил такую девушку, как Вера. Если так, то по какой причине вы променяли такую девушку Веру на эту? Ну вот, ого, прямо скажем, тощую партнершу. Мам, пап, ой, вы тут женитесь? Ну ладно, мы с принцем идем на пляж цветок поливать. Он скоро должен расцвести. Ай-яй, как голова болит. А что вчера было-то? Ничего не помнишь? Нет, кое-что, конечно, помню. Тут помню, тут не помню. Слушай, у нас кефир есть? Не знаю, надо посмотреть. Посмотри. Сейчас. Я в магазин, тебе что-нибудь купить? Мороженое. А еще? Носков, то есть лепестков. Кошку осенью ждала, золотого голубя. Сивка в фас. Побежали. Кефира нет, музыканты все съели. Я в магазин. Давай. Саша! Чего? Сиди. Давай. Я мигом. Ты чего? Я, кажется, очки потерял. Ты не видела? Нет, я нет. Ну ладно, без них. Угу.
Так надо, Вера. Так надо. Доброе утро, девушка. Доброе. Вы первый сегодня за покупками. Ага. Мужчина. Хорошо, на почин. А у вас праздник, да? Да, день рождения вчера был. А вы именинник или супруга? Нет, дочка. Дочки. А как зовут? Дочку Вера. Нет, то есть дочку Алиса. А лет сколько? 8. Хотя... 7. Забыл, да? Папаша. Где же, а? Я хотел у вас узнать, у вас есть желтые носки? Вообще-то, еще не завозили. Но для вас... Вот. Сейчас. Держите. Все. Куда ж вы носки в кошелек засовываете? Нет, девушка, это не носки. Это деньги. Какие же это деньги? Это носки. Ой. Ой, мама. Ой. Ой. Ты негодяй, мерзавец и подлец. Ах, вот они где. С небес глядят твои глаза. Весь мир в них отразился. Вот эта милая коза. Забор, что развалился. Вот. Вот. Вот этот персик. Этот пень. И носки. Нет, Алисонька, мы не можем ждать. А Саша он тоже уезжает. Но только завтра. Саша нас обязательно догонит. Ну вот, мы посидим сейчас на дорожку и поедем. Сиди здесь, я сейчас. Пингвин влюбленный, весь этот небывалый день любовью напоенный. О,
Здрасте. Здрасте. На вокзал повезете? Повезу. Сколько? 300. Поехали. Она деньги-то тебе показывала? У нее ж денег не копья. В прошлый раз меня чуть не кинула. Вот это видел? Все, больше не увидишь. Иди давай, спи в своей табакерке. Поехали, мы торопимся. Давай, давай, Алис. Во, профура шустрая, а? Уже где-то заработала. Не иначе на трассе. Прости, Господи. Фу. Вера! Алис! Передачу возьмете? Хочу сестре лук украинского купить. Хорошо. А вы посидите, а хотите погуляйте. Мы посидим. Хочешь награду? Кстати, вы не видели здесь девушку с маленьким ребенком? Да много их тут ходит. Ну, девушка, она... Ну, она красивая такая, а девочка у нее маленькая, вот... А, на вокзал собралась? Не знаю, может, на вокзал. А ты кто ей будешь? Не муж, случайно? Да не муж я, ну... Ну, просто мне надо знать. Да была тут одна. Может быть, и твоя знакомая. С вещами была? С вещами. Ходила тут фря такая, на вся на понтах. Баксами трясет. Фальшивые, точно. А почему это фальшивые? Да потому что по роже видать. Она меня хотела кинуть, представляешь? Денег у нее, видишь ли, нет. Нашла дурака. Нет, нет, а тут вдруг раз появились. Точно. Курортника подцепила, вот баксы и появились. Ты че, мужик? Ты видал? О, псих! Алис, ты что, дуешься на меня, что ли? Я хочу на дачу, Саша. Я же тебе говорила, Саша приедет завтра. Нет, не приедет. Почему это? Потому что мы его бросили. Ничего это мы его не бросили. Зачем ты выдумываешь? Саша взрослый, самостоятельный человек. Сашу ты за кефиром послала, а сама бегом собираться, как ошпаренная. Алис, кто тебя научил так разговаривать? Ты! Так, я сейчас обижусь, и все. И что? И уеду без тебя. Ну и пожалуйста, а я на дачу вернусь, к Саше. И что там будешь делать? Что, что? Буду выращивать волшебный цветок. А если что будешь? Омлет. А ты его готовить не умеешь. А мне Саша его будет готовить. Саша? Ну и пожалуйста. Это же... Пошли.
Это тебе. Удачи! Счастливо! Здравствуйте, Тимофеич. А вот ты где? 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 Я тебя урою сейчас, охранник. Где деньги мои? Золото мое где? Какое золото? Что случилось? Я ничего не понимаю. Не понимаешь? Ах, ты не пон... Ноги вперед. Давай. Собака! Что это такое? Это ваза... Разбей. Я сейчас починю. Здесь были бабки. 200 штук зелени и золота. Где все? Я не знаю, но я вазу склею вам. Сейчас, сейчас я склею. Сейчас. Ясно? Подождите. Ну, я слушаю тебя, слушаю. Куда все делось? Я все объясню. Не надо мне ничего объяснять. Мне нужны мои деньги. Куда все делось? Я слушаю тебя. Я все объясню вам. Давай. Здесь были воры. Воры? Какие воры? Их было двое. Двое воров. Двое? Трое. Трое. Один здоровый такой был. Здоровый, в куртке. А второй поменьше, маленький росточка с черным чулком на голове. А третий я не помню. Ай-яй-яй. Он, наверное, вазой меня как раз по голове ударил, у меня вот шишка. А потом меня заперли в туалете и воду включили. Зачем воду включили? Зачем? Как зачем? Чтобы не слышал ничего? Хитрые воры. Хитрые. И ты ничего не слышал? Не слышал. Что было дальше? Они все забрали и выпрыгнули. Куда выпрыгнули? Туда. Туда выпрыгнули. Ага. А потом пошли в ломбард и сдали монетку. А это тоже не я. А кто? Монетку, Баксик, собака ваша. Баксик? Ага. Принес монетку, говорит, я жрать хочу. То есть не говорит, но я понял, что жрать хочет. Смотрю на него и вижу, жрать хочет. Ага. А я вижу, монетка-то, она, знаете, красивая такая. Ну да. Старинная, я думаю, отнесу в ломбард, куплю пожрать ему. Ведь вы же денег-то не оставили нам на еду-то. Я купил косточку, мелочи всякой, мороженое ребенку. Стоп, стоп. Какому ребенку? Что, какому ребенку? Это я спрашиваю, какому ребенку? А я сказал, какому ребенку? Ты сказал, ребенку. А вы не знаете? Понятия не имею. У Баксика будет щенок. Ну, слава богу, наконец. Поздравляю. Спасибо. Баксик кобель. Жалко. Ну что, прощай, малыш. Прощай, маленький. Оставь его! Он ничего не знает. Саша! Алиса! А ну, держи. Вера. Ты что здесь делаешь? Я сказал, чтобы ноги твоей здесь не было. Прекрати истерику. Саш, познакомься, это мой муж. Муж? Да, муж. Ах, вот оно как. Значит, вы здесь все заодно. Где деньги? Да деньги! Не трогай маму! Уберите руки! Ты хоть рот закрой, ботаник! Ах, материна отродье! Спокойно. Пожалуйста. Так, деньги тут. Все, тут. Все. А где цветок мой? Саш, принеси цветок. Я? Да, он в твоей комнате. Я хотела, чтобы хотя бы у тебя мечта сбылась, прости. Ах, вот как мы сплелись. Чё ты рот открыл, ботаник? Быстро наверх! Ай-яй-яй-яй-яй, сказала, к маме поехала. А сама обманула меня, стерва. Отойди! Дурак ты, Валь.
Олег дурак? Сколько лет ты меня обманывала? Ну, больно, зараза! Ну что ты будешь со всем этим делать? Это же воровано. А это не твое собачье дело. И я лично ничего не крал, ничего. Конечно, это черные археологи, а вы со своим папашей только их продаете. А какая тебе разница? Это бизнес! Черные археологи, с кем хочу, с кем и вожусь! Это оно. Оно, оно, отдай ботаник. Постойте, вы вор. Что? Вы вор, это должно лежать в музее. Что, что, что? В каком музее? Больно, это мое золото, кровное золото. А вот ты за то, что вломился в чужой дом и ограбил его, можешь ответить, понял? Давай, ботаник! Да сколько ж можно? Ну, папочка. Саш, какой ты молодец, ты так ему давал. Я еще не так могу, если разозлюсь. Цветок расцвел. Красивый цветок. Значит, вы вернулись, потому что... Потому что мы тебя любим. Мы это... Ты и принц? Ой, Саша, какой же ты? Мы это мы с мамой. Это правда? Ой, Саша, а ты не будешь ругаться? А что случилось-то еще? Ну, папа забрал твой рюкзак. Я им говорила, что это не его, а он на меня накричал и забрал. А это что за рюкзак, Алиска? А это тот, который папа бросил. Он точно такой же, вот я и принесла тебе его. На, держи. Ты думаешь о том же, о чем я? Стоп.